8 министров и вице-премьеров могут спать спокойно. НПК провела полную проверку их электронных деклараций и установила, оснований для административной и уголовной ответственности нет. Четверым членам правительства нужно только исправить неточности и дописать данные. Работу над ошибками должны провести вице-премьеры Геннадий Зубко, Вячеслав Кириленко и Владимир Кистион, а также министр молодежи и спорта Игорь Жданов.